Здравствуйте, друзья! У нас сегодня из серии «Хозяйки на заметку» передача о том, как похудеть, как избавиться от жировых прослоек на теле. Не то, что там, знаете, по чуть-чуть, а так по-серьезному избавиться. Значит, у нас для этого есть японский девайс. Вот я изображаю такой девайс, это шарики такие. Тут вот для пальчиков, вот так сюда пальчики, так раз, вот туда пальчики. И дальше так вот фигачишь, там, где снизу жировые прослойки. Значит, мы попросим Анну Леонидовну, прошу, покажите Анну Леонидовну. Я для вас, друзья, в качестве манекена выступаю. Значит, Анна Леонидовна, считаем, что у меня там сзади жировая прослойка. Значит, пожалуйста, покажите, как работает устройство. Легким движением руки. Так. Ой-ой, уходит жир, уходит, прямо, а знаете что? Я могу и со всей силы. Я скажу вот что происходит, я чувствую всей спиной жир, жировые эти самые ткани, они становятся такими мягенькими, жиденькими, их кровью прямо растаскивает, и потом с мочой все выходит. Значит, продолжайте пока, я мочи пока нет. Значит, ой-ой-ой-ой-ой, вы видели, как вечно выглядит, Анечка, покажите, пожалуйста, уже покажите еще раз всем этот девайс. И, значит, есть одно условие. Понимаете, это тут, знаете, как во всяком деле, надо знать, что ты делаешь. Покажите еще раз покажите. Значит, Анечка, какое главное условие, когда вот так вот жир разгоняешь этим всем? Не есть при этом. Да, не жрать, друзья. Вот это очень важно. Спасибо, я надеюсь, что мы все с вами будем стройненькие.